прошлый раз было злой PlayStation 5. Ну а теперь у нас злой комп в Among Us. Можно смотреть сайты, вызывать синий экран смерти и играть в кликер. Ну а если ты хоть раз играл на компе, ставь лайк и подписывайся. В этом моде все игроки это компы. Изначально все они выглядят как допотопные, но выполняя дополнительные задания по типу игры в Майнкрафт, они прогрессируют. У каждого из них есть куча навыков, которые открываются с каждым новым уровнем. Они могут перезагружать игроков, бросать оперативку, связывать их кабелями и многое другое. Чтобы победить, им нужно выполнить все задания или вычистить убийцу. А импостер — это злой комп, у которого точно такие же навыки, как и у мирных. Но в отличие от игроков, он может ими убивать. Для того, чтобы победить, импостеру нужно убить всех игроков, сбросив их прогресс развития до нуля. Например, сносом винды или выключением. Ну а у меня в Телеграме уже есть парочка крутых модов, поэтому заходи, качай и играй.